залетела какая-то птица, наверное, ласточка. Разведку. Только что уже разведку, уже поздно строить гнезда. А нет, вот я давно хотел узнать, что это за птица. Она бегает важными шагами такими. Я думал, ласточка, это не ласточка. Ага. Вот давно мечтал узнать, что это за птица. Да, постоянно кто-то залетает ко мне. Ну-ка. Ты, наверное, напуганный, сердце сейчас разрыв получишь. Вот давно хотел узнать, неуловимые птицы. Кто подскажет, как эта птица называется? Попалась. Даже не знаю, что за птица. Ну, я не орнитолог. Всех птиц не могу знать. Залетела. Я говорю, то жук пролез, то этот. Память кончается на телефоне. Ну, я тебя отпущу, чтобы ты разрыв сердца не получила. Сейчас я тебя отпущу. Качество, конечно, видео не очень, но... Они неуловимые, я тебя покусаю сейчас. У меня там курица готовится, сейчас тебе добавлю туда. Вот. Что за птица? Не знаю. Вот длинный хвостик. Я сначала думал, ласточка с длинным хвостом. Нет, а это... Вот такие птички. Ай! Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ай! Ты чё кусаешься? Я сейчас тебе... Знаешь, что сделаю? Кусается. Ну вот, заходит ко мне, то есть ящерицы, то жуки, какаха-каты всякие. Про него выложу, кстати, видео тоже. Какаха-кат. Всю ночь шуршал у меня в пакете. Потом. Ящерицы приходят сюда каждый год. Всякие. Я тебе сейчас покусаюсь. Давай. Испуганно лежит. Воробьи тоже так же делают. Обрадовался. Здравствуй, свобода. Говорит, да здравствуй, свобода. Сиди. Ну хоть одна поблагодарила меня. То никогда не благодарят. В основном выделываются, кусаются. Кстати, у курды такое же есть почему-то привычка, или как, я не знаю, что у них, притворяются мертвыми, что ли, или что, или ты с испуга. Вот так в руке раскрываешь, и она, птица, мертвая. То ли не мертвая, то ли ее парализует от страха. Ну, не знаю, что это такое. В общем, курам та же, живот почешешь, и она бэм, и падает. А есть, нет, еще другие птицы, вот на эту похожи, они ходят важным видом таким, и они держат дистанцию от людей очень далеко. Как она сюда залетела? А, ну, тут, в принципе, собаку кормим, тут крошки всякие бывают, хлебные, семена. Вон бросал я всякие маш, гречка, может быть, что-то и привлекло. Немножко, а может быть, и охладиться захотела. При систему подключил немножко. Тоже немножко прибрался для себя, мусор вынес. Аж прекрасно как, а. Жара на улице стоит невыносимая. А май, только май на дворе, 24 мая. Что летом будет, я не представляю. Ну, зато теперь можно вот приходить, охлаждаться. В общем, обесточено было помещение полностью.
сделал вот себе проводку. В общем, нашел я, откуда взять источник питания. Вот теперь можно еще потом пыль все протереть и наслаждаться летом. Наслаждаться летом прохладой. Ох, прям замечательно. Вот я прям ложись напротив. Надо было птичку не отпускать. Пускай бы летала, чирикала. Было бы как в лицо. Лежишь, наслаждайся. Надо работать. Ладно, хватит мечтать. Пошел я работать. Тут надо еще комнату очистить. Тоже. Вон, мусор я собрал. Погром был тут еще тот. Как сказал один блогер астраханский. Что здесь ужас.